Муниципальный этап фестиваля «Успешная семья» в Пензенской области уже завершается. Он посвящен Году духовного и культурного наследия. Уже в мае конкурсантам предстоит пройти межрайонный отборочный тур, после чего будут определены финалисты. Это событие для нашей области, которое наряду с известными пензенскими брендами помогло узнавать наш регион и соседним областям, и в Приволжском федеральном округе, и даже на уровне России. Заражение, в хорошем смысле слова, успешностью семей молодых и не очень, это вот та фишка, тот бренд, который определил для нашей области как раз конкурс «Успешная семья». Победители и призеры станут известны в июне. О конкурсантах, испытаниях, а также призах, приготовленных для них, вы узнаете из программы «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир в 17:55 после первого вечернего выпуска новостей.